Итак, друзья, сегодня мы идем на замок Гогенофен. Вот наверху. Вот такие футбольные ворота здесь железные. Посидим, пока дойдешь, чтобы напасть. Вот такая постройка в лесу. Очень похожа на... Мишу нашу, ну похоже, блядь. И вот среди камней выросло вот такое замечательное дерево. А мы идем дальше. Осталось еще. Некоторые сторожевые стоят. Некоторые думают, что это место для фотографий. Да, все сфотографируются. На самом деле это просто вот такой вход. Вот такой вид открывается. Издалека. Смотрите, магия этого замка. Вот там ты прям рукой так кидаешь. Да. Вот ты рукой управляешь. Готовы? Давай. Все смотрят. Вот такой вид открывается. Вот наше путешествие прошло к концу. Возвращаемся обратно. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. Вот с этой станции мы теперь отправляемся на вот этом поезде. Будем ехать 5 остановок. А подписчики мои. Вот такой вот здесь вагон. VIP-вагон. VIP-вагон просто выкупили.